Аджамський. Фотографією займається вже більше 8 років. Працює по різних напрямках. Тема саме ралійного спорту з'явилася в його творчості в 2013 році. Все эти фото сделаны были на разных раллийных трассах южного региона Украины. Это Николаев, это Одесса, Одесская область, Белгород-Днестровский, Херсон. Для участников ралли эти змагання є не только способ отримати заряд адреналину, але й рушійною силою життя. Підготовка до перегонів – це тривала робота. Цей вид спорту також є досить небезпечним, і робота фотографа в момент змагань є не менш ризиковою. Это опасный, сложный, но зрелищный вид спорта. Снимать его крайне тяжело. Автомобиль проносится перед тобой, перед камерой за доли секунды. Нужно успеть сделать красивые кадры, найти хорошее место с освещением, с правильно подсвеченной пылью. Для фотомитця кожна його робота особлива і має свою маленьку історію. Фотография нашего николаевского экипажа, с которым мы работали последний год очень тесно. Это Евгений и Татьяна Гриневич на автомобиле «Лада Самара» 2109. Они достигли за этот год больших успехов, занимали призовые места. И я очень рад, что моя работа была частью их достижений, частью их победы. Ідея створення виставки, присвяченої саме ралійному виду спорту, результат особистих захоплень та вражень Віктора. Я сам бывший спортсмен, и мне интересно любые соревнования снимать, будь то прыжки в высоту или плавание. Но в этом спорте я уже нахожусь 3 года и знаком с большинством гонщиков, экипажей. Для меня это не только поездка поснимать, это еще общение с друзьями, это встреча, атмосфера праздника. Виставка Віктора Аджамського «Ралі Драйв» працює в торговельно-розважальному центрі «Сіті Центр». Всі охочі ще можуть долучитися до спортивного фотомистецтва.